Магия кино. В мае в Чувашии пройдет 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Какими лентами он удивит зрителей в этом году, смотрите далее. Все. Нет. Кто имеет право портреты уничтожать? А кто здесь, кроме нас двоих? 53-го откроет программу кинофестиваля. Александр Прошкин, режиссер этой ленты, возглавит жюри конкурса. В состав также войдут актриса Карина Андоленко, композитор Антон Васильев и кинокритик США Владимир Падунов. Выбирать победителей будут среди 10 кинолент. По поводу международной составляющей нашего фестиваля, хочется отметить, что в этом году в конкурсе принимают картины, снятые полностью за рубежом. Это монгольский фильм «Прохожий», «Бесконечный человек», снятый в Австралии, и фильм «Нагорная проповедь», снятый в Южной Корее. Вместе с основной программой на фестивале пройдет конкурс этнического и регионального кино. Башкортостан, Татарстан, Якутия, Бурятия и Чувашия. На суд жюри 15 лент. Председатель – американский киновед Нэнси Конди. Поэтому очень подготовлен, очень серьезно относится к своей работе. Вот, и мы надеемся, что это позволит и нашему российскому кино быть услышанным за рубежом, а также повысить уровень наших региональных фестивалей. Кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи. 5 дней кинофестиваля обещают быть насыщенными. Фестиваль откроется 21 мая в бывшем кинотеатре «Сеспель». Организаторы приготовили подарок. Гостем церемонии закрытия станет актер и певец Антон Макарский.